Мы, отряды Путина, очень обеспокоены тем, что сейчас творится на Украине. И с нашей Россией воюет не Украина, а воюют все западные страны, натовские. Мало того, что поставляют оружие, там и солдаты, и офицеры, все воюют на Украине против нас. И мы уверены, что освободим украинский народ, и Россия победит. Я считаю, необходимо прекратить эту поставку оружия с Запада. До каких пор наши люди будут гибнуть из-за этого оружия? Это же безобразие. Как можно? Уже идут сами украинцы, сдаются уже, продают оружие, продают танки. До каких пор вы будете посылать это оружие? Это же зверство. Байден, Макрон, насколько можно лицемерить и ездить сюда, звонить постоянно? Что вы звоните? Вы же прекрасно знаете, вы не беспокоитесь, народы. Вы беспокоитесь от тех, которые сидят сейчас в вашем подполье, в ваших лабораториях, которые вы, людей, которых убиваете своими вирусами. Мы не хотели этой войны никогда и не думали, и не гадали, потому что руководит там не Зеленский, просто взяли все евросоюзные страны, НАТО, Макрон, там, Америка, взяли свои руки. Они давно пытались войти в нашу страну, потому что наша страна очень богата. Они в 45-м не смогли победить, потому что народ духом был крепким, были патриоты России, и их некогда русский народ не победить ни тогда, ни сейчас, потому что мы все за Россию, мы все за наш Советский Союз пойдем, как в тот раз победили. И они с 47-го года, они хотят опять разорвать и влезть на нашу богатую территорию. Им все мало места. Успокойтесь, мы никогда свою землю вам в руки не дадим. И наш народ всегда победа будет за русскими солдатами. Солдаты, мы вас поддерживаем всей Россией. Все натовские генералы, все эти президенты, все они лгут, обманывают народ, обманывают наших людей. Вот. И хотят, все они вроде хотят мира, на самом деле они хотят войны, войны и войны. А мы не хотим войны. Мы желаем, чтобы мы русские, Россия наша победила и стала единой, как в Советском Союзе, страной. Мы только хотим мира во всем мире. Этого хочет наш Владимир Владимирович, и все мы, россияне, этого хотим. Мы его поддерживаем. Он не только что у нас, он хочет во всем мире, чтобы был мир. Вот. Этого мы только хотим, чтобы люди не страдали, жили радостно, счастливо, чтобы дети росли спокойными, счастливыми. Для этого мы живем. И этого мы хотим. Россия, мы россияне. И победа будет за нами. Мы всегда победим в любом случае. Бог так будет с нами. Думайте, товарищи. И совесть имейте. И совести нет. Они продали всю Америке. Все Америке продали, всю страну, всех украинцев. Просто жалко народ их. И гибнет ни за что. Они же продажные шкуры. Явилась истина, и сгинула ложь. Ибо ложь обречена на погибель.